письменном виде, мне сказали, обращайтесь в письменном виде, я напишу, что я буду. Саша, именно. После этого мне приходит ответ. А зачем? А зачем? Ну, они же должны просить заявителя. Спасибо. Хорошо. Если немає потрібно не слова, документ, документ. Угрожает. Каким образом угрожает, даже интересно слышать. Как можно угрожать, находясь в школе? Угрожать. Где же просто у людей? Ну как я же угрожаю? Звоню звонок. Ты слышишь, выдворить? А что значит выдворить? Я говорю. Нападение. Каким образом нападение? Хорошая новость получится, Андрей. Наклейка Шляшков и Карабасов-Барабасов. Приймальня ж не працює. Як же ж може мішати, слышиш, работникам приймальні, якщо вона не працює? Пытается попасть на территории приема. А прием наш как раз для чего? Как же можно попасть, не попадая? Я работник милиции, то есть народный депутат, приемная, но попасть нельзя. Оп!
стоп, что-то здесь не сказал. Я не сказал такого, что нельзя. Я просто задал вам вопрос, с какой стороны вы пришли сюда. Я сначала начну, чтобы было понятно предысторию. Есть больница ЦКБ. Больные обратились в том числе и ко мне. Поскольку их народные депутаты не слышали, я обращался с письменным обращением к народному депутату, как в ее в приемную мобильную по ЦКБ номер 5, а также в письменном виде, как мне сказал Аваков, ну, вначале я ему ручно, лично вручил, вы поняли, ряд обращений в здании суда апелляционного, о чем имеется видео, и направил письменно сюда, мне сказали, что здесь приемной нет. Как он закрыт? Как он закрыт? Там не принимают. А вам можно? У нас избирательность, один граждан пускает отсюда. Это куда? Граждан пускают, нет? Или избиратель? Вот видите или нет? Вы поняли, почему? Одних пускают, другие пускают. А насколько мне понятно, это все приемы граждан. А вы же, как оперативный работник, должны понимать. Это должно. Где графики? Скажите мне, пожалуйста. Я же не здесь работаю. И кто сказал? Какой-то журналист вышел и сказал. Я не оператор. Следователь оперативный работник обязан установить факт. Давайте начнем сначала. Берем предысторию, уже не хочу, я понял. Что здесь написано? Подождите, вы что здесь написано? Про ответ Верховной Рады, Александр Геннадьевич, скажите. Вам отказали? Отказали. Сказали, спасибо. Вот я сейчас буду писать за деньги. Нет, я здесь буду писать. Мне нужно, чтобы попросили людей. Спасибо за ваше пожелание. Мы здесь будем писать. Я хочу, чтобы вы... Давайте начнем писать. Задержите наряд, потому что тоже вы завал служили. Ну вы же спросили меня, в чем проблема. Так имеется письменный ответ с Верховной Рады. Проблема? Сказал письменный ответ, что Аваков сказал, что даст мне лично. Второе, приезжают сюда следственное управление. Никого не пускают, говорят, у нас здесь приемная. Вывод, у нас два дня не было приемной, теперь есть приемная. У нас нет приемной. У нас нормальная приемная. Нет приемной, график, кто? Скажите, где, пожалуйста. Вы график, когда будет график? Никогда, в соответствии с законом обращения, график. Вас обязаны наклеить. А вот здесь бы, а я не знаю, прочитайте, что там написано. Прочитайте, я наклеил. Что там написано? Да, вы не подсыпало, что там написано. Ирина Алексеевна, я как журналист приехал на брифинг. Почему на брифинг не пропустили? Власність громадської приймальні. Серйозно, і наскільки вона зіпсувалася? Можна? Вона зіпсувалася. Наскільки? Яким чином? Вона зіпсована. Яким чином? Якщо ви зробили цю наляпку, віддирайте, да, будь ласка. Вам треба, ви віддирайте. Ні-ні-ні-ні-ні. Давайте почнемо роботу. Конструктивно, не будемо кричати. Не поводьте себе як блазень. Ви автомінали, подождите, хто кричав ні-ні-ні-ні-ні? Я блазень чи ви блазень? Ви так казали, ви блазень. Ви таке казали, я таке не казав. Я ще раз казав. Ви ж казали, ні-ні-ні-ні-ні. Це блазні так кажуть. Це блазні. Тут є приймальня чи ні? Тут є приймальня чи ні? Міліція, ви будете робити свою обов'язаність? Будете, я говорю. Я не з тобою розмовляю, будете робити? А я не з тобою розмовляю, слушай, золота молодіжа. Я з тобою не розмовляю. Ні, так з вами я розмовляю. Я вас не слышу. Сосунок, просто, ні стыда, ні совісті. Давайте будемо писати, работать уже начнем, давай. Начинай сначала. Нет, я прав. Есть приемная. Она должна принимать. Не говорят ничего. Второе. Нужно просить сейчас людей. Третье. Почему они не принимают? Четвертое. Установить, кто ответственный сегодня. Давайте мы сами будем решать, что нам делать. Вам выходите, подать заявление, подайте заявление. Вы можете подавать что угодно. Саша, я же заявление. Саша, кричит, сынок, а вот он. Ну да, нормально. Ну да, уважаемый, давайте не будем ставить здесь какие-то такие... Что ты себя так ведешь? Что ты себе позволяешь? А за то, что ты сынок? Давай, мы еще будем начинать. Давайте, не будем. Гей, гей, гей. Пишите, пожалуйста, заявление. Да, не будем уже сюда. Помогал. Позорище. Саша.
Александр, напиши, сразу напиши, что ты как бы вхож, потом опросит, блин, что я как журналист не был на брифинг объявлен. И пускай открывает твои обязанности на Твиттере. Укажи. Так, вышел.